Всем привет! Долго отсутствовал, и вот чем я занимался. Я изготавливал и разрабатывал новую модель. Это опять у нас Enduro от Spyderco. И в этот раз уже у нас накладки классические, можно сказать, гладкие 3D обработкой. Здесь нету никаких рисунков, узоров. Эти накладки хороши, то что здесь ничего лишнего нету. Классика всегда в моде и в почете. Здесь скругление, очень плавное скругление. Сняты фаски по кругу, по периметру. Вот, сделана подпальцевая выемка для того, чтобы удобно было доставать, открывать клинок. Вот, и, соответственно, для двух сторон, как бы для левши и для правши. То есть одинаково полностью продублировано. Вот, клипсы также переставляются на все четыре стороны. Все заводские отверстия опять сохранены. Вот, и много говорить об этих накладках, наверное, смысла нету, так как все уже и видно. Вот, просто посмотрим сближены в макро. Я не знаю, вот так, наверное, видно будет рельеф, объем. Такие вот накладки. Здесь есть рисунок, они выглядят немножко матовые, но со временем пользования они притрутся и станут немного блестящие. В руке они не скользят, потому что есть микронасечка. Наверное, не видно будет, но если так приглядеться, может быть, и видно будет. Но со временем, естественно, это все сотрется, и ручки будут абсолютно гладкие. Вот. Вот так вот все это дело выглядит. Бэкспейсер тот же, что и на предыдущей модели. Пока особо не мудрю. Вот. Маленький логотипчик, не мешает, не царапает, не впивается никуда. И сильно не выделяется на общем фоне. Вообще не выделяется. На черной рукоятке очень эффектно смотрятся вот эти вот хромированные шпунтики, винтики. Единственное, вот клипса здесь черная, ее тоже надо отполировать, и будет вообще шикарно смотреться. Вот с этими рукоятками конструкция также жесткая, все подогнано идеально просто. Клиночек по центру. Ничего не мешает в руке. Ничего не колет. И по ощущениям очень-очень приятный нож стал, даже чем предыдущий. Здесь, можно сказать, красоты как такого нету. Но вот в этом, наверное, и вся красота в том, что все такое черное, гладкое, без лишняков. Вот, но в руках сидит очень приятно. Вообще очень такой гладкий такой. И я его и назвал, честно сказать, накладки гладкие на Enduro. Вот так и будут называться на сайте. Пока я их не выставил. Чуть попозже сделаю. Только сегодня я закончил и решил сразу видео снять. Вот, ну вот такая вот очередная работа. Следите за каналом. Вот. И для сравнения еще поставим, скажем так, аналоги, аналогичные модельки, и посмотрим. Вот здесь уже можно видеть, это у нас Benchmade Torrent. Он уже такой весь гладкий. Вот. А это вот наша работа. Попробуем чуть свет повернуть. Вот она наша работа, вот он торрент. Ну и, соответственно, другие. Ну, следующие, наверное, накладки будут на этот нож. Это Benchmade Barrage 581. Вот, тоже будет что-то типа этого. Ну, а дальше больше будем делать и насечки, и все остальное. Вот такая вот гладкая коллекция у меня теперь. И к ним добавился гладкий Spyderco Enduro. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Будет много интересных работ. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.